засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі. Дубльовано співучою українською мовою. Вечер добрый, а иначе быть не может, так как сегодня Россия начала специальную военную операцию на Украине. Наши доблестные войска начали бомбить бандеровцев ровно в 5 утра. А? Набігли, як таргани, поки ще темно. Россия повторяет героический путь наших дедов. Мы возвращаем все, что исконно принадлежит России. А что принадлежит России, это мы решаем сами. Чего только не скажешь, чтобы пыло порадовать. А вот пыла у Кремли немає. Он десь там та крыса и ховается. І не стоїть, я сам. Благаю, допоможи. Владимир Владимирович, добрий день. І я не вовремя. Що, ковбой, знов свій чемоданчик осідлав? Сергій Кожугетович, привітаю. Все нормально, слухаю вас. Ой, типу ти ніколи мені в туалеті доклад не робив. Докладываю. На данный момент наши войска вплотную подошли к Киеву. 2-3 дня и Киев наш. Операция «Прыжок мангуста» идет строго по плану. Прыжок мангуста? А чего уже не пук свинособаки? Сергей Кожугетович, я полагаюсь на ваш профессионализм. А воно навіть в армии не служило. Все, до связи. Ага, половой. Рамзан Ахматович, добрый день. Доложите обстановку. Давай рассказывай, как обесрался. Ассаламу алейкум. Добрый день, Дон. Я уже в Киеве, почти Дон. Почти? Це майже 2000 кілометрів. Странно, не слышно выстрелов, взрывов. Вже пропукався. Рамзан, я уже первому доложил, что мы практически взяли Киев. Похвалися, чтобы мне медальку на груди причепили. Еще чуть-чуть, Дон, и мы будем иметь ноги в реке, Дон. Ой, дикие люди, ноги в речках мыют. Киев и Днепр, Рамзан. Чи географию, Бовду. Владимир Владимирович, добрый день. Можете говорить? Вы там по-большому чи по-маленькому? Александр Григорьевич, приветствую. Что ты хотели? Бля, знову цей бабкосос. Владимир Владимирович, я вот по какому вопросу. Если вам нужны дополнительные войска, вы только скажите. Мы готовы. Номер картки вы знаете. Благодарю вас за всестороннюю поддержку. Мы вот-вот захватим Киев. Дякую, але мы сами хочемо відсмактати. Сами так сами. Смачного. Привет, Настюнь! Как дела, Спишь, ку**а, с моим братом? Конечно, дела. Тупый русский жарт. Я не понял, ты че дрянь вдруг залетела, пока я воюю? Чо, Ваня, ти просто говорять так. А раптом тебе не вб'ють, а так хоч якісь гроші. Смотри мені, вернусь героєм, даже в твою сторону не гляну. Ох і комік, повернеться він. Ага. Ванечка, а ти не рано парадний мундир надел? Это я женился рано, а мундир надел в самый раз. С кем там воевать, ё... Ой, Ваня, Ваня, не хочу спойлерить, але на тебе такий сюрприз чекає. Ваня, только ты там квартиру на Крещатике получше выбери. Будь що, все одно краще нашого бараку. Это какую? Ну, с туалетом внутри, и чтоб свет и вода там были. Як в кино показують. А ты чё? Такой себе генерал по-любому заберет. Боже, ви що, з печер повилазили? Ну, точно орки. Ты меня просто не любишь.
все ж таки пересплю з твоїм братом. Київ, уже наш. Ну що, піндоси, іспугали? Правильно зробили. Ви і ваша старуха Європа слідуючі. Думали, я віллу на озері Кому пробачу. Только что мне лично сообщили, что Зеленский бежал в Польшу. Но мы тебе и там достанем. А вот за это мне точно зарплату повесят. Еще немного, и наши танки будут в Варшаве. А там и до Берлина рукой подать. Чтобы повернуть мою дачу в Италии, я готов цілодобово эту войну пиарить. Извините, Владимир Владимирович, кажется, я не вовремя. Ого, у вас еще стоит? Заздрю. Сергей Викторович, что там у вас? Киевская хунта уже подписала капитуляцию? Уже можно оголошувати себе царем? Владимир Владимирович, не волнуйтесь. Нет никаких сомнений, что это произойдет в ближайшее время. Є чуйка, что вы цього уже не побачите. Ясно, давай побыстрее. Киньте больше призывников. У нас цього молодника до сраки. Стараємося, Владимир Владимирович. Так і зробимо. Нащо нам ті, хто за Савком не ностальгує? Ні, ну ви подивіться, яке воно все-таки кончене. Рамзан Ахматович. Чуєш, Віслюк? Ассаламу алейкум, Сергій Кожуветович. Привіт, Олень. Рамзан Ахматович. Есть хорошая новость? А, yes, Дон. Безусловно, yes, Дон. Есть. 2 миллиона подписчиков в ТикТок. Рамзан Ахматович, вы можете мне сказать что-то конкретное? Нас за це с вазелином, чи без? Сергей Кожугенович, как я обещал, я уже в Киеве, Дон. В Днепре, Дон. Может, хоть в другий раз эта фигня проканает? Рамзан, какой Днепр? У тебя горе на заднем плане. Где? Ти диви, помітив. Головне, я гроші в армії пиз. Так він не бачить. А тут, сука, побачив. Ванечка, ну как ты? Стиралку вже намародерив. Ты уже в Києві? Хуй! Нас тут крошат, как салат! Помни штани, оливье. Как крошат? Ты же говорил, что укроп бежать будут. Так кто ж думал, что они на нас бежать будут, ёб***ь? Нам про таке в контракте не казали. А Соловьев говорит, что вас встречают пергами. Пизде***й, Настен, пизде***й! Мы понять не можем, откуда летит! Рота не открывай, ничего не залетит. Че летит, давай? Ну все, джавелины, скифы, стугни, коктейли Молотова, ё***! Так это что получается? Я в Киев не приеду. Все, накрылась хата на Хрещатик. Приедешь, Настен, приедешь! Зачем? Вместе зачем, ё***? А кто меня из плена забирать будет? Кто-кто? Баба с косой. А! Сдаюсь! Владимир Владимирович, я слышал у вас под Киевом какие-то проблемы. А я вам зараз покажу 4 напрямки, по яким можна швидко втекти. Что вы имеете в виду? Что цей тарган усатий несе? Как бы не все получается, как вы задумывали. Не как бы, а ни на не виходить. Что именно не получается? Пора менять батько на когось більш адекватного. В хоккей не получается чемпионат мира выиграть. Ну все, не смею больше отвлекаться. Пора менять пуйло на когось більш адекватного. Добрый день, Сергей Кожемылевич. Я скажи Кожечленович. Я желаю, Владимир Владимирович. Только я Кожугетович. Та всім, чесно кажучи, пофіг. У меня нехорошее предчувствие. Доложите обстановку. Сере, что-то я очкую. Спецоперация «Прыжок мангуста» идет... Можно сказать, что и по, а можно сказать и на. Ничего не понял. Простите, немного простыл. Вот где этот инфаркт, когда он так потребен? Я надеюсь, вы уже взяли Киев?
там. Оце вже ближче до реальності. Что, почти там? Да. Прекрасно. Как только будет подписана капитуляция, сразу доложить. Так ты же ее сам и подписывать будешь. Игорь Евгеньевич Коношенков, руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Коношенков, официальное трипло Русни. Имеет высшее военное образование. Закінчив Житомирське військове училище. Житомирське військове училище просить вибачення за цього Іуду. Я желаю, Ігор Євгенійович. Ось ти мені, придурок, і потрібен. Здравия желаю. Щоб ти здох. Хочу виразити благодарність за хорошу роботу. Таке трепло, як ти, ще треба пошукати. Спасибо, Сергій Кожукетович. Приємно чути це від колеги. Верховный главнокомандующий вами доволен и просит продолжать в том же духе. Пизды, пипел халая. Есть, продолжать в том же духе. Зроблю будь що, аби на передову не забрали. Оперативная обстановка на сегодняшний день. Зараз расскажу, як нам наваляли. Продолжается наступление наших войск. Сегодня мы продвинулись на 20 километров вглубь собственной территории. В такой дупе мы еще не были. Также мы подбили 200 украинских самолетов. А это на 100 больше, чем было взагалі. Среди наших самолетов и танков потерь нет. Потому что летаков и танков уже нет. Александр Григорьевич, вы, кажется, предлагали помочь живой силой. Все ж таки, давайте споктати разом. Владимир Владимирович, вы только скажите, в чем конкретно нуждаетесь? Хи, я тебе что дам? Я нуждаюсь в белорусских боеспособных частях. Чому повинні гинути буряти, якщо можуть білоруси? Я вас понял. Вам нужно 50 батальонов элитного десанта, 5 танковых дивизий, 500 артиллерийских орудий и сотня РСЗО. Совершенно верно. Мне тоже не помешало бы. Но, к сожалению, таких сил в наличии нет. Но мы работаем над этим усердно. Краще хай буряти гинуть. С белорусами я сам разберусь. До свидания, Александр Григорьевич. Ну, пюрешка, я тебе это еще сгадаю. Полоница! Паляниця. Полупіца. Паляниця. Полупепельниця. Ох, і придурок. Зараз побачите, як ці павуки один одного жерть. Слышь ти, тіктокер довбаний. Непогано. Чим другий відповість? Сам ти довбаний, ленивлю. Зачет. Да ты баран, ты только с кустами и светофорами воевать можешь. Гарно подмечено. А ты автомат в руках никогда не держал. А ты сам генерал баклажановых войск. Медвуха. Навіть перекладати не хочеться. Чухча. Чухка. Остановитесь. Ти диви, майбутній біглий біглого цитує. Успокойтесь и в двух словах расскажите, какая у нас ситуация с взятием Киева. Нам Молодці, краще і не скажеш. Ну що, Бандера, получили под Киев? А нужно было сразу соглашаться на наші услуги. Так, бандерівці отримали величезне задоволення від чмонь. Знайте, это только начало. Так, це початок кінця. Наша мудрая команда поставила перед армией новую задачу. Центр боевых действий перемещается к острову Змеи. На суші та в повітрі вже люлей отримали, тепер будемо і на морі.